Ребята, это второй фильм подряд. Название еще не придумал. Но он посвящен важнейшей теме. Уж слушайте до конца, как сможете. Так, смотрите, вот это мой материал. Я знаком с докладом Олина, вы уже знаете. Мы его изучали. Вот. Так. Как-то он не открывается. В принципе, там то же самое. Это еще вот он. Нет. Давайте так. Вот, все равно мы с вами изучали. Там все тоже фотографии. И там было сказано о том, что не надо никаких этих самых. Работу в саду. То же самое и он повторил. Видите, это не случайно. Это наш общий друг Александр Юрьевич. А, мне надо сразу сказать. Мы изучаем работы Вавулина Александра Юрьевича. Когда я с ним общался, он был исполняющий обязанности директора Мясского института. Нешуточная должность. Вот. Видите, цветки выдержали заморозки, минус 7 градусов, температуры выдержали и 38 зимой. Защитных полос нет, местность открыта. Вот. И передает мне железу привет, благодарен за вас, что вот единственное, что он забыл это же публично объявить, что мне благодарны за вас. Так уж получилось, что он взял лучшее, что у меня было. А что у меня было лучше, это... Ну, хотя это всего лишь считался дикарем, считался. Но и с тех пор до сих пор я считаю, что для Сибири это лучше, чем есть. Не везде могут расти мои академики с плодами до 130 грамм. Баи, королевские, 100 граммовые. Но уж это должно расти везде. Поэтому мы изучаем с вами, продолжаем изучать работы Вавулина. Смотрим дальше сюда. Так. Так. А, значит, мы когда вот это немножко поработали, я бы не стал бы я это, но, понимаете, тем более он на меня нигде ни разу не ссылается, хотя ничего не делает с абрикосами, это самое главное именно мазурскими, это самая моя философия. Не подходить, не делать. Он еще умудрился вот здесь написать, что выбираем. Где там было дальше? Вот. Формируем выбранный тип кроны. Это страшная ошибка. И вот эта ошибка. Ну не мог я не вмешаться. Ведь я же это основоположники. Это же от меня все пошло. И не трогать деревья. И садить на постоянное место. И чтобы это самое. Крона. Не, вообще ничего не делать. И даже поливать не надо. Вот. И взять вот такое написать. От культурных. Ошибка страшная. Мои культурные пойдут. Почему? Потому что в них внедрены. Это огромная работа. 30-летняя работа по внедрению генов маджорских абрикосов. Культурные. Именно поэтому то же самое. Передайте. Вы же на что? Жердяч с юга Украины. Вот. Она сама по себе пустая. И 40 это бедеры больше давала. Вот. И сейчас дает. В 22 году дала больше. И на глазах у телевидения. Все это было. Первая серия кое-что показал. Но дело-то в том, что это все на манжурце. И уже сколько выращено из семян жердели этой. И она продолжает быть сладкой, вкусной. И не замерзает. А ведь это Херсонская область. Это 200 километров от Крыма. Вот так, ребята. А вот это вот просто взяли, посадили культурную косточку. И хотя бы вы возьмете. И на постоянном месте, да. И место будет там, где засухоустойчивое, там все, что вы написали, он все равно замерзнет. Тем более, что вы сказали про среднюю полосу. Есть еще море других, вы про них ни слова не сказали. А особо роли корневой шейки, о том, что косточку нельзя глубоко закапывать. Что раз уж не пересаживать-то
пересаживать там опять надо особо условить. Не бывает так, что вообще не пересаживать. Не бывает. Если вы берете, садите, допустим, 5 на 5 или 5 на 6, а зашла каждая десятая, что вы имеете? Пустыню. Значит, надо садить 10 раз гуще, чтобы гарантия была. И вот когда вы посадите 10 раз гуще, ну что, что должен зашли? Пересадите часть, продадите, подарите. И о них тоже надо думать и заботиться. Теперь я показываю его работу, на которой мы придрались. Это просто взял и скопировал. А мы сейчас с вами заглянем сюда. Итак, доклад Вовулина не открывается. Я потом еще, у меня еще в двух местах есть вот этот. Я открывал еще чуть ли не вчера. А пока, ну, этот доклад, это самое, туда заглядывать не хочется. И там о железе ни слова. Вот, смотрите сюда. Вот это открывается. Сейчас мы вот отсюда дошли. Смотрите. Вот это вот, вот это вот. Вот оно тут есть. Но я специально крупный план, чтобы ничего не отвлекало. Мы сейчас быстренько пробегаем. Итак, пересаженные, пересаженные. Ну тут надо быть, конечно, 7 пядей во лбу, чтобы это, сказать, что это величайшее открытие, что не пересажено вот такое, а пересажено вот такое. Ну все равно, ладно, все равно. Ну, он же для ученых это, значит, ученые не знали. Вот. И много качеств вот это, вот он, и это глубокое это. Мы сейчас это прорабатывать будем. Я главное не это. Итак, доходим до этого всего. Я вам хочу их показать, потому что это с моих железовских. Видите? Вот. И вот все, фотографии, вот они. Вот. И я начинаю с конца. Почему? Смотрите. Вес плодов 15-35 грамм. Идем там, где я смог сделать крупный план. Смотрим. Нам все надо разобрать до косточек. Все. Вес плодов от 15 до 35 грамм. Результаты дегустации 35, это уже, извините, не мелочь. Вот. Подтвердили хорошее отличие по своему качеству основной массы гибридной. Только у 3 из 25 растений отмечалась небольшая горчинка. Вы сегодня догадались, что это растение? Вот. Тут как-то про это уже забыл сказать. Несмотря на сравнительно небольшое количество гибридных форм, в опыте, заметьте, наблюдалось разнообразие по времени и созревания. Ну, я уже сам домыслил его слова в нашу правду. Вот. Сколько у меня было, я что сейчас только делал. Вот. Это невообразимо, просто невообразимо. Вот это вот все. Нигде не повторяется. Нигде не повторяется. Это в моем саду. Нигде не повторяется. Нигде не повторяется. Вот. Тут он прав. Вот. И это, я считаю, это замечательно. Это просто замечательно. Так, теперь надо опять попасть туда, где мы были. Да, и за ним посмотреть, идет ли запись. А, идет запись. Вот. Значит, вот здесь мы с вами читали и продолжаем. Самые скороспелые созревали в первой декаде июля. Представляете? Это же чуть ли не весной. А самые позднеспелые в первой декаде сентября. Еще раз. Они пошли из моего сада. У них кругом со всех сторон. Королевский, академик, Манитоба, это самое, в Канаде. Этот самый, Бай. Амур, Амура 2 рядом, так что там большое влияние Амура. Учитывая, дальше читаю, учитывая отличный результат опыта по закладке АВА, отличный результат, я вас поздравляю, новым способом, но новый способ, еще раз, чтобы понятие было, пусть это, я говорю, долго нудно. Все у них проходило через питомник, а потом рассадка. Да,
Конечно, любая пересадка и любое дерево становится калекой. И еще добавлю, они калека в квадрате, потому что, прожив длинную жизнь, прочитав сотни материалов, подписи, кандидат наук, доктор наук, доцент, аспирант, вплоть до академиков, да, никто никогда ни разу не сказал то, что является основополагающим правилом, должно быть. Пересаживаешь часть кроны, отрезаешь для лучшей приживаемости. Не делаешь этого, уже пересадил, вытащил корни, скорее калека. А то, что при этом не уменьшил площадь кроны, калека в квадрате. И это одна из важнейших причин, не считая того, что заглубляли косточки, того, что не пошло в России ни хрена с этими абрикосами. Я железо приехал в этот самый, меня пригласили на международную, самая крутейшая, это семинар, или как он назывался, конференция. Мне, правда, заткнули рот, мне это, отключили микрофон за критику. Ну, нельзя было идти туда, это чужой монастырь, нельзя было со своим уставом. Но, что я видел, я привез абрикосы, конец июля, 20 числа июля. Первые зеленые, полузеленые я привез. На выставке их выставили. Нет, Красноярский край, Шушенский район, железо. Привез Байкалов, наш гений, из Хакасии, из Абакана. Тоже стоит такая ваза, абрикосы такого же уровня, как мои, Байкалова и тоже. И 200 ученых. Ладно бы не по это, ничего бы не привезли. Но привозили все, что неинтересно, кроме черешни. Черешни было много, такими гроздьями их отрезали и привозили, прям вот они лежат. Но никто ни одного плодика абрикоса. Я вам объясняю, почему это происходит. Это же не просто фильм, это учебный фильм. Вот. И что получается? Пересадка одна из тормозов. И он правильно в этот самый, Ваулину все это объясняет и показывает. Правильно. Но в жизни так не бывает, чтобы сразу на последнее место. Вот. Но если занимаешься селекцией, сразу только на последнее место. Вот тогда максимальная выживаемость, тогда можно действительно сравнить. Вот. И выбрать. А это и есть селекция. Вот что получается. Сейчас вы увидите цифры. Цифры страшные, цифры жуткие. Вот. Итак, вспомнили бы, например, Немытова, вспомнили со слов Ваулина, который мне благодарил, результаты 40 килограмм у деревьев, которые являются железовскими, то есть переехали от меня в виде сеянцев. И тут, к сожалению, нам придется не то что повоевать, но придется вставлять в рамки нашего друга, его директора Мясского института аграрного, нет, экологии. Мы с ним дружили, он меня даже приглашал, чтобы лекцию читал у студентов, но, наверное, на этом дружбы больше не будет. Вот. Наверное, не будет. Стоит ли вот это вот читать? Вдруг устанет. Или все-таки прочитаем. Итак, Железов считает, что вот это вот неправильно. Вот, потому что он сам еще мне заказал 1000 косточек, я ему высылал за деньги, правда. Вот, и требование было такое. Сеянцев, которые не ведали прививочного ножа. Вот, даже если на сеянце рост культурный, а плоды дал подвой, с него уже нельзя. То есть, чтобы чистые были. И он на этом зациклился, на этом остановился. Так что у него нигде не упоминается привитые. А откуда тогда брались культурные, как бы собственные? Вот. Это очень сложный вопрос. Вот. И если этот совет для нормальных людей, это все замерзнет. Вот. То есть, они должны пройти специальную школу. Те же культурные должны быть потомками вегетативных гибридов, в основе которых
фундамент из мадурских абрикосов. Вот здесь я, вдруг кто-то и правда из ученых обратит внимание, может быть, даже кто-то из этих самых серьезных людей. Смотрите, это моя фотогалерея, это мой сайт. Вот здесь великое количество фильмов, статей. Смотрим сюда. Это последний год, вот он. Вот. Ну а дальше идет. Валидол, не забудьте. Вот так я ждал и встречал это самое. Эту, как она называется, телевидение. Вот. Кстати, телевидение Кемеровское сняло, а от федерального телевидения мои советы, мою учебу, мои лекции показать отказалось. Вот это было ударом, мы так старались. Провинция, вот, что с нас взять, таежный тупик. Вот это все посмотрели. Это был 22-й год. Вот. Кстати, вот телевидение, которое вручает мне подарок. Видите. А я в своем саду не опрыскиваю вообще, не поливаю, не удобряю. Но это был рекламный ход, вот, подарок. Годом раньше, 21-й. Ну, как вы считаете? Годом раньше, 20-й. 19-й. Это не просто сад. Он не имеет в себе по качеству плодов равных. Вот. А вот так, что я высылал в Аулино. Шушинский район, видите? Вот именно это. А фотографии я делал, как сказать. Я же высылал косточки. Откуда он знает, что я высылал? Вот смотрите. Шушинский район. Шушинский район. Эти не высылал. Бай, Серафим, это я просто хвастался. Вот. Маньчжурский патриарх, эти высылал. Вот. Серафим, красавчик, да. Это для общего Амура я не высылал. Я высылал только сеянцы. А вот эти все Амур, Серафим, Бай, Королевский, я их никогда сеянцем не выращивал. Академик. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот еще. Ну, это все мелочь, понятно. Вот. Жаль, что он ограничил себя только сеянцами. И, вот. И там есть фраза, вот для него волшебная, что это альтернатива выращиванию культурных. Посадил, прививать не надо, ничего не надо. Здесь он, конечно, так уж. Здесь он, мягко сказать, не прав. Вот видите, журналистка с Красноярска угощается персиками. Вы думаете, я укрывал? А сейчас. Вот, вот и небольшие мои абрикосики. Вот этот 130 грамм. Жалко, не было весов электронных тогда. Черешни. Чего у нас только нет. Знаете, как годы перестройки, была горькая шутка. Чего у нас только нет. Пива нет, рыбы нет, мяса нет, сахара нет. А вот у нас чего у нас только нет. Вот. Чего у нас только нет. Итак, заметьте, каждый год, 2013. Вот. Самый расцвет сада был как раз вот 10 лет назад. Сейчас пришлось часть деревья выпилить. После страшного урожая выпилил. Жуткого урожая, потому что все, надо было освобождать место. Ну и тут еще много-много, тут еще 8 лет. Все, друзья, это пока, когда были фотоаппарат. Так, сейчас мне надо с вами, наверное, снова расстаться. Что-то я долго говорю. Так, секундочку. Что за послание мне пришло? Это все неинтересно.
Вот это был расцвет. Абрикосы достигли круглости, то есть академики стали вот такими. Этого не может быть. Вот, отдельная тема. Королевские, средний вес увеличился 1,5 раза. И тоже перестали замерзать. Но будущее привитым. Фотография — это амур. Тогда еще он не сильно изменился. Сейчас у него нос почти исчез. Краснота исчезает. А вот эту фотографию присвоили сотни плодных питомников. Макажи. Ну, оказывается, у нас в стране во всем мире есть клоновидные абрикосы. Так вот, друзья, официально заявляю. Вот. Клоновидных абрикосов на планете нет ни одного. Клоновидной сливы на планете нет ни одной. Клоновидной груши ни одной. Клоновидного персика ни одного. Ну, я же не говорю про вишни, черешни, ничего такого у нас нет. А вот такие фотографии у меня воруют, вот эти украли. Знаете, что обидно? Воруют месяц с моей фирменной линейкой. Я что-то перерыв сделал, поэтому разъясняю. Вот это вот, это легко, даже у кого хорошая память, вы можете ту же найти. Наберете фото, абрикосы, вот. И, пожалуйста, нажимаете фото. Похожая фотография в Яндексе. Вот. Ну вот, посмотрите на этот королевский абрикос. 5 штук, 478 грамм. Значит, где-то 95,945, а где-то 92-95 грамм. Вот они. Это пока предел мой. Вот. Еще что-то показать. Вот. Вот это штаны и шорты Сергея Жилина. Украли вместе со шортами эту фотографию. Еще показать. Ой-ой-ой. Давайте не воруюсь фотографии, потому что здесь мое лицо. Так, ну что, наверное, надо будет зайти обратно. Обратно, где мы были. Так. И, наверное, все-таки нудный разговор. Мне все это надо прочитать с вами. Почему? Потому что иначе это все перейдет. Знаете, Ваулин взял на себя все, и новую технологию, и как будто из ничего появились. Как будто позади не было 30 лет моей работы с Маджотом, да? Как будто не было. Вот, он быстро приведет лидеров, академики, классики. Он продвинулся, не за свой счет, а как бы мой труд, плюс его труд, а это очень эффектно. Очень эффектно. То есть годы, допустим, 30 лет, и раз он добавился, и получается эффект такой, что да, может до академии нарасти. Только не припомнили его потом. Вот, на чьих плечах он стоял. Вот на этих словах закончим очередную серию, а потом еще будем говорить и говорить, а потом еще. Наверное, к Байкалу плавно перейдем, чтобы вы поняли, какой дикий гигантский труд и как хорошо прийти на готовое. Эх, дружище, нам и так хорошо это общались. Все, остановлю запись.